Сегодня в Тюмени почтили память жертв политических репрессий. На улице Симакова, на месте, где находилось здание НКВД, прошел траурный митинг. В 30-е годы прошлого века здесь проводились массовые расстрелы врагов народа. Погибли тысячи невинных людей. До сих пор идет процесс возвращения честных имен репрессированных. Наш регион был местом массовой ссылки и, естественно, массовых расстрелов. В силу политических убеждений тех граждан, которые были высланы в наши края. Итак, на сегодняшний день управлением КГБ в то время, сейчас ФСБ, пересмотрено более 22 тысяч дел в отношении граждан, которые пострадали в период с 1920 года, когда окончательно была здесь установлена советская власть. 7239 из этого числа были расстреляны.